За первое полугодие 2016 года многофункциональными центрами республики оказано свыше 680 тысяч услуг. МФЦ удалось превзойти показатель за предыдущий год практически в полтора раза. За весь 2015 год на площадках центров «Мои документы» было оказано около 500 тысяч услуг. Сегодня в республиканских центрах госуслуг можно получить 368 видов услуг. Первое место занимает услуги, связанные с оформлением права собственности. Зеленка на дом, квартиру, земельный участок. За их получением с начала года обратилось 97 371 человек. В числе наиболее популярных также регистрация на портале госуслуг и выдача справок о размере пенсий. Последнее требуется при оформлении субсидий на оплату коммунальных услуг. А востребованы среди населения и такие услуги, как оформление детских пособий. Их за 6 месяцев оформили 27 711 семей. За услугами прописки, выписки, получение российского и заграничного паспорта с начала года в МФЦ обратилось 54 013 человек.